Всем привет! Сегодня отправляюсь в Пятерочку посмотреть, что тут творится, а заодно купить воды. Я все время собираюсь пить воду и никак не начну это делать. Точнее, начинаю, но тут же бросаю, потому что воды нет. Надо 5-литровую взять, чтобы всегда была с собой. Я не буду затягивать ролик, меня интересуют такие вот основные продукты, которые нам нужны, как бы. Не было? Свинина 119, говядина 278, всякие орешки, семечки. Так, а 5-литровая? А 5-литровой нету. Ну вот, ценовая политика на хлеб. Пожалуйста, смотрите. Пойдемте, там еще второй этаж. Вот, на втором этаже что есть. Вот молоко тут, масло, пожалуйста, как вы хотите. Большая 559 рублей, 5-литровая банка. Так, а мыло тут такое мое есть, детское, 68. Не, что-то дорогое здесь. Молоко. Ванская буренка 78. Самая дешевая 43 рубля. Кефир 65. Не, 44. Сметана 93, 94, 79, 88. Ну вот, кубанская буренка 85. Но это жирная. А простоквашина 93, 94. 15%. Маленькая вот такая 53 рубля. Пойдемте посмотрим крупы. И, может быть, я найду большую воду. О, есть вода. Вода питьевая. Вот это я удачно зашел. Корм для кошечек и собачек, пожалуйста. И все в наличии. Даже вот господин Ивлев есть тоже. Ну, туалетная бумага вообще, я не знаю. Зева ушла с нашего рынка. Блин, как теперь, как жить? Опять газетку доставать. Как в советские времена. Помните, нарезали? Помню, было такое. Что тут? Макароны, рис, пожалуйста, 74 самый дешевый. Масло какое хотите, пожалуйста. Мука, соль. Вот говорили, соды нет. Вот есть сода. Возьму пару пачек. Я ее пью от изжоги. Ну, яйца. И сахара нет. Сахара нема. Сказал. Мужчина спрашивал, я слышал. Вот так вот. Соду взял. Воду взял. Изжоги не будет. И слава богу. Ну, как-то так, ребят. Чай, кофе, все пока есть.
да и будет. Я думаю, что все это временная паника на складах. Чё? Зеленая картошка по 80. Офигели. Ну все, ребят, всем пока, пошел на кассу. Не буду продавцов-то светить.